Лабуре в КХЛ поиграть не довелось, но зато знаменитый форвард удостоился редкой чести. Ванкувер Кэнекс выведет его номер из обращения. Свитер с десяткой и фамилией Буре с ноября этого года больше не будет использоваться в канадском клубе. Его поднимут под своды домашней арены. Это впервые в истории хоккея, когда номер, под которым играл наш соотечественник, будет удостоен вот такой вот процедуры в НХЛ. Ну что ж, сам Павел признается, что в Ванкувере провел лучшие годы в карьере и в целом не удивлен, что в канадском клубе решили сделать ему вот такой подарок. Ну, кстати, еще один подарок Буре сделали власти Краснодарского края, в котором русская ракета будет поднимать хоккей на самый высокий уровень. Задача — создать клуб КХЛ в Сочи. Интересно то, что ты что-то создаешь с нуля. То есть ты можешь создать команду, которую, мы будем надеяться, будет выступать достаточно на высоком уровне с нуля. Это тоже очень интересно. И то, что команда будет выступать, я надеюсь, именно в Сочи, на Олимпийском дворце, который как бы войдет в историю нашего отечественного спорта, то, что там проводились Олимпийские игры.